Так, надо идти будить девочек. Девочки, и встаем. Что случилось? Упс. Девочки, дело в том, что мы сегодня идем в магазин. Я пошла будить мальчиков. Мальчики, встаем. Доброе утро. Доброе утро. Мальчики, сегодня мы идем в магазин. Собирайтесь и уже выходим. Так, сестрюка, я пойду одеваться. Так, сегодня одену розово-зеленое платьице. Красивенькое. Знаешь что, я сегодня одену розовое. Похоже на твое. Так, все готовы? Да! Тогда выдвигаемся. Так, дети, мы уже приехали. Что? Вот это магазин. Дети, тут еще не все до конца оборудовано. Так что одежда еще тут не продается. Вы можете брать все, что хотите, потом я вам оплачу. А я пойду потушу с кассиршей. О, привет, подруга. Привет. Я вообще в соке, чего все поперлись в другой отдел. Так, мой дружок. Ты идешь в корзинку. Вот так. Прекрасно. Девочки, слушайте, мы, наверное, с Юлей пойдем в другой отдел, окей? Блин, ну не бросай меня, сестру. Это вообще не по-блатски. Что поделаешь? Здесь она такая. Все, пошли. Слушайте, возьму-ка лучку Hello Kitty. Такая прикольная. Корзинку. Ух ты, какие классные тут подушки. Возьму такую. В моей коллекции еще нету. Такой красивый. Еще возьму какое-то растение. Жаба. Ну это же прекрасно. Так, из косметики у меня все есть. Так что иду на другой отдел. Бросили меня. Ну что ж, буду выбирать все, что я хочу. Так, возьму-ка растение. Думаю, такое подойдет. И что же тут еще есть? Пацаны, смотрите, что я нарыл. Что ты нарыл? Это же карты. Вау! Сегодня ночью потусуемся. Так, а я для своей любимой найду что-то прикольное. Блин, а что она любит? Наверное, фоткать. Пару раз у нее видел фотоаппарат. Проехали. Может, какой-то ей косметос выбрать? Топ. Думаю, самое то. Нифига вы себе напокупали. Но ничего, у меня на всех денег хватит. Берите пакетики и уходим. Нифига себе пакетик. Ну что, надо звать девочек. Я пошел. Девочки, пошлите на наши посиделки. Ждем. Слушайте, я ей говорю. Ой, и рассмешил ты нас. Давайте я вам расскажу историю. Вы знаете то, что подписаться – это бесплатно? Вот, например, ты. Именно ты. Я? Да, ты. Ты подписан? Конечно, я же крутой. Стоп, чё? Подписаться – это бесплатно? Серьёзно? Бесплатно можно подписаться? Конечно, везде ты можешь поставить лайк, подписаться бесплатно. Подписка бесплатная. Вот это да. Все, я быстро подписываюсь. Хоп-хоп-хоп. Я подписалась. Стоп, чё? У тебя чё, Орил, телефон пицца? Да, у меня телефон пицца. Теперь вы все подписаны? Да! Тогда красавы!
Девочки, мальчики, уже утро. Вон, смотрите. Что? Скоро воспитательница придет. Быстро ложимся спать. Так, уже утро, надо идти всех будить. Блин, мы не успели. И что сейчас будет? Это будет капец. Так, а чего это мы не спим? Потому что мы опять тусили? Да. Не ругайтесь, пожалуйста. Да не буду, не переживайте. Только хотела вам сказать... Собирайтесь, мы едем. Пам-пам-пам. Мы едем в аквапарк. Ура! Мы едем в аквапарк. Ура! Вот это мы сегодня классно день провели. Ага. Нам так понравилось. Было невероятно круто, особенно на этой длинной горке. Да, меня там перевернуло. Все, а теперь идите каждый по своим комнатам, без посиделок в этот раз. Ведь завтра вы все уезжаете уже, должны выспаться перед дорогой. Окей. Эх, жалко, что мы завтра все уезжаем. Ага, было так весело. Ну, что ж поделать, следующим летом мы точно встретимся, да? Да, я бы хотела. Кстати, хорошо. Знаете что, девочки, неплохая идея приехать сюда следующим летом. Как над этим видео наберется 10 лайков, то тогда следующим летом мы приедем обязательно и встретимся вместе. Кстати, хорошая идея, да. А теперь должны упаковать свои вещи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к Нике? Да, я пошла. Привет всем! О, здравствуйте! Ника, кстати, соревнования будут через неделю. Сможешь приехать? Я тебе скину на телефон адрес. Конечно, смогу. Пойду скажу об этом мальчикам. Так, вот наши вещи уже собраны. До свидания. До свидания. Так, друг, сейчас или никогда? Блин, мне страшно. Ну ладно, я иду. Ради своей любви. Ника, я бы хотела тебе кое-что сказать. Да, что говори. Сейчас, это тебе. Вау! Круто, спасибо. Знаешь, что ты мне нравилась с начала нашей смены. Классно.